Лёшка, началось это несколько дней назад. Я там одну штуку мастерил, только чего-то она потом не заработала. Но это не важно. Так вот. И что? Только кусочек откусил и на место положил. Вкусный, кстати, торт был. А потом смотрю. Пропал. Ага, представляешь, целый кусок. Только один раз и откусил. А потом вот с этого все и началось. И с тех пор стоит только отвернуться. Бац, и еда пропадает. Вот, например, смотрю мультики. Бумажные приключения. Представляешь, пустое совсем. Или вот еще раз было. Кеша, у нас на севере есть одна легенда. Говорят, что в берлоге каждого медведя обязательно живет домовой. И если его чем-нибудь рассердить, то тогда он обижается и начинает делать хозяину разные пакости. Хватит пугать! Да и сказки все это! Современная наука считает! Ну хорошо, даже если это домовой, зачем ему еду брать? Раньше же не брал. Не знаю, обиделся, наверное. Обиделся? На что? Ты посмотри, какая берлога отличная. Просторная, светлая. Место завались просто. Понимаешь, Кеша, берлога у тебя и правда замечательная. Вот только... Беспорядка много. Я бы тоже обиделся. Потому что под ноги смотреть надо. Тоже мне обиделся он. Это, между прочим, не просто беспорядок. Это творческий беспорядок. Так сказать, мое нормальное состояние. Ну, может, все-таки уберемся, а? Я тебе помогу. Готовился, чтобы сохранить этот момент для истории, по всем комнатам камеры наблюдения расставил. И что? Были инопланетяне-то, а? Да нет, что-то не срослось у них там тогда. Заняты были, там до сих пор и ждут. А камеры что, так и работают? Точно! Тучка, ты гений! Сейчас при помощи современных технологий и моей невероятной предусмотрительности мы сможем увидеть нашего домового! Вот, вот, цыпа! Бандит! Но это не то! Где же этот домовой? Дальше! Опять цыпа! Ух, ну попадется мне он! Ух! Ну, ну! Дальше! И здесь цыпа! Ага! Ну вот, это все цыпины проделки. А ты заладил, домовой, домовой. Зато смотри, как у тебя теперь чисто и красиво. Если б тут действительно домовой жил, ему бы понравилось. Так я и не против, порядок это хорошо. Есть где на скейте погонять теперь. А вот тут у меня всегда печенька маковая пряталась. Ну где же она? Ну такая, как звездочка. Ну, что? Опять цыпа? Стой!